Госпожа, пришел монах. Хорошо, можешь идти. Слушаюсь, госпожа. Госпожа Мужун? Старший соученик, ты готов? Боевые навыки у той, что у меня за спиной, лучше моих. Нужно придумать план. Барышня, позволь спросить кое о чем. Сколько у меня братьев и сестер? У вас есть старший брат Мужун Вэй. Он сын прежней госпожи. Еще есть второй брат, ваш сверстник, Мужун Чун. Он сын нынешней госпожи. Один сын бывшей жены, другой сын нынешней жены. Кто родил меня? Вы дочь наложницы главы. А что с моей матерью? Она рано умерла. Еще одно. Джувань в детстве болела и теперь не в ладах с головой, поэтому она медленнее других. Обычно она робеет, когда кого-нибудь видит. Ваша нынешняя реакция слишком быстрая. По твоим словам, я не только незаконный ребенок, но еще и дурочка. Похоже, судьба обошлась со мной грубо. В усадьбе Мужун трудно выжить. Сейчас я должна найти способ сбежать. Техника кровавого яда ужасна. Она не появлялась 100 лет. В ночь полнолуния эта плита вбирает в себя силу Луны. Она защитит того, кому перельют кровь. Переливание крови необходимо выполнить до полуночи. Если переливание крови прервется, жизнь того, кому переливает кровь, будет под угрозой. Нам нужен страж, чтобы наводить защитные заклинания. Я сделаю это сама. Чун, моя жизнь. Я доверяю мою жизнь тебе. Гора Шэньюэ — запретное место. Без моего приказа ученики школы Шэньюэ не посмеют войти. Начнем.